период с 17 по 21 мая на базе МГУ имени Невельского в городе Владивосток состоялся вузовский открытый чемпионат по стандартам WorldSkills по морским компетенциям. В таком формате расширенном чемпионат проходил впервые, и для Камчатки это был дебют. Студенты Камчатского морского энергетического техникума достойно, на мой взгляд, представили регион. Все 5 модулей, которые были заявлены в конкурсном задании чемпионата, были успешно выполнены нашими ребятами. Что для нас чемпионат? Чемпионат – это, безусловно, хорошая прокачка компетенций студентами, особенно теми, кто решил связать свою жизнь с морем, с флотом, флотом транспортным, флотом добывающим. Как мы все прекрасно понимаем, развитие Дальнего Востока и Арктики в сегодняшних реалиях невозможно без флота, а, соответственно, без кадров для флота. Камчатка хорошо готовит кадры, это наши традиции. Но данный чемпионат показал, над чем стоит работать, какие пробелы нужно устранять для того, чтобы ребята не испытывали трудностей в будущей профессии.